весь мир земной благоуханием храма небесного наполнился, и мне, вернувшемуся в духе Авраама, ничто теперь не вредно на земле. Я сам земля, влюбившаяся в небо, я паперть, на которой Божий храм, я плоть и кровь, его вина и хлеба, я начавший сначала Авраам. Я был и есть, и буду лишь в начале, поскольку вечен и всегда живой Отец и Сын, и Божий Дух венчали меня на эту вечность, Боже мой. Так было уготовано от века, таков мой выдох и таков мой вдох, чтоб жил во славу Бога человека, во мне распятый человека Бог.